Строим зону для тирекса. Внимание! Тихо-тихо-тихо-тихо! Куда на меня-то сразу идёшь? Help me! Вот мы приехали в парк динозавров! Вау! Даня, смотри! Вау! С огромными когтями такой динозавр! А вот тут прям в джунглях засел динозавр! Зубастый такой! И этот-то жил здесь! Только здесь динозавров, друзья, всяких прям! Посмотри, какой он большой, Милана! Вот какой! Ничего себе! Именно вот так мой выглядел динопарк в реальной жизни, друзья мои. А теперь мы перемещаемся с вами в виртуальный мир, в мой динопарк, который я дальше продолжаю развивать и строить. Я предлагаю прямо сейчас купить мне джип. Давненько я все-таки собирался это сделать еще во второй части, но это уже третья часть на канале Funny Family Games TV. Давайте я прикуплю сейчас джип и буду гонять на сафари на своем новеньком, красненьком, классненьком джипе. Где он? Вот он, красавец мой. Как вам моя тачка? Мне кажется, она очень крутая. Давайте я присяду. Come on, let's go, друзья мои. О, смотри, у меня как рука висит, я такой просто супермен такой. Одной рукой гоняю, вообще прям супер. Погнали, развалился. Так, подожди, а это что такое? Стоять, Тарзан. Это что, раскопки? А ну-ка. Камон, тут, оказывается, раскопки динозавров можно делать. Друзья, смотрите, какие-то скелеты. Чего вы мне раньше об этом не сказали? Так, теперь что? Чего-чего? А, вот оно что. Оказывается, тут надо еще и раскопки делать. Что ж вы молчали и не писали мне об этом в комментарии? Надо было мне подсказать. А я не додумался, товарищ дерево. Так, и что это такое? Я теперь собираю своего динозавра. Давай подойдем к этому чуваку. Тебе чего, мужик? Ага, нам надо еще... А, вот, я собрал одного скелета. Я понял. Смотри, теперь мне нужно еще собрать 25 скелетиков. Эй, ну присаживайся, где мой джип? То есть, короче, я собрал вот этого скелета. Надо еще собрать скелетика. О-о-о, куда? Вау! Да, вот сюда же. Так, где мой сафари? Где, точнее, мой драндулетик? Вон он стоит. Мне бы такой работы, чтобы поменьше работы. Вот, тут еще раскопки, поэтому давай еще с тобой пособираем. Так, сколько нам дают? Три костяшки я раскапываю, когда собираю их. И я, наверное, скоро соберу своего скелета-динозавра. Блин, как резко наступила ночь. А тут два. Забавненько. Ладно. Ну, садимся на джипик. Надо дальше поехать немножко еще прокачать свой... Эй, а что-то у меня задней нету. Странно, джип только едет вперед. Полегче, не врежься. Куда так заносит тебя? Это не управляем. Да ну тебя. Пойду пешкодраном лучше. Угу. Поэтому раскопки обязательно делайте, собирайте свой скелет динозавра. Я продолжу это делать чуть позже, а сейчас возвращаюсь к строительству своего динопарка. Так, давай здесь мы построим еще одно развлекательное такое местечко, где можно будет выиграть призы с динозавриками. Здесь у меня будет лавочка, а здесь еще какой-то центр. Что это такое? Это зона пикника. Здесь можно будет покушать шашлычок. Старичок, идем на пикничок. Из динозавра. Ай, хороший динозавр, давай пожарим. Ам, скушаем шашлычок. Ну, это была шутка. Не, ну ты индеец. Ладно, это просто место такое, где можно почилить. А это что такое мне? Вау, посмотри, я построил карусель. В моем динопарке будет прикольная карусель. Тут можно покататься. Ну а что, классно? С френдами прийти, круто провести время, почему нет? Так, тут какая-то скала или что-то, камень. И вот эта вот зона. Да, я строить сейчас буду какого-то нового динозаврика. Давай с тобой заценим, что тут будет. Походу, тут будут какие-то рептилии, судя по всему, похожие на типа крокодилов. Ну, я так думаю, во всяком случае. Давай посмотрим. А что тут, никто не будет? Нет, кто-то будет. Лавочка. И кто же тут? А, Пурчас Анкилозаурус.
анкилозаврус. Я понял. Это типа что-то такого рептилии похожее. А, вон он его привозит. Я еще второго докупил. Смотри. Прям на мост. На мост свалился. Ну да, это реально такой динозавр. Такой рептилия. Смотри, у него шипы такие довольно-таки опасные. Он похож, по-моему, на крокодила. Может быть, что-то типа того. Ладно, хорошо, отлично. Это, кстати, такой динозаврик у меня был в реальной жизни, который я вам показывал. Мне кажется, он очень похож. Так, ладно, давай немножко его прикормим. Что они едят? Они едят овощи. Тоже вегетарианцы. Ну ладно, покупаем третьего, чтобы вам скучно не было. Окей. Привезли еще на вертолете вам третьего. Зашибись. Так, строим теперь вот эту зону. У меня тут очень уже довольно-таки красивенько становится. Только чуть с погодой все время как-то не затягивается. Ну что это? Ну дождь, ночь. Ну тебе уже нормальную погоду-то, а? Так, а я могу сам покататься на карусели? Ну-ка давай присядем. Ну что такое? Почему я так сквозевода какая-то? Что сквозь прохожу-то? Че за глюк, ребята? Йоу, ладно, не расстраиваемся. Тирекс? У меня сейчас появится тирекс. Я давно к нему шел, я мечтал его увидеть еще в первой части. В самой первой части. И это зона внимания для тирекса. Для самого страшного, злого, огромной вот такой пастью динозавра. И, наверное, самого дорогого. Смотри, для него забор огромный. Там даже лазер есть, чтобы он не пробрался. Ну, типа, знаешь, захочет пробираться, его током долбанет, и он свалится. Строим зону для тирекса. Внимание! Я давно мечтал еще. Я говорю, с первой части я к этому иду. Все, сейчас у меня будет тирекс. Свой личный, не халямба-лямба. Так, деревья построили. Ага, зона. Зона у тирекса крутая. Тирекс, реально. Круть. Так, это что такое? Горы? Горы я построил. Ну что, пришло время купить тирекса. Надеюсь, мне денег хватит. Погнали. Слушай, мне кажется, для него какая-то зона маловатая. Ну, посмотрим. Так, ребята, ответственный момент. Вы сейчас должны поставить лайки, потому что я прямо сейчас покупаю тирекса. И подписаться на канал, на красненькую кнопочку. Давайте быстрее, кто еще не подписался на канал Funny Family Games TV, прям let's go, нажимайте на красную кнопку прямо сейчас, чтобы она стала серая. Она должна превратиться в серую, йоу. А я покупаю тирекс. Я волнуюсь, реально я волнуюсь, потому что... Так, тирекс ест мясо, смотри, тут мясо лежит. Внимание. Да, это будет тирекс. Огромная морда у него такая. Смотри, его сейчас привезут. Вот он. Внимание. Какой он? Да, это мощнецкий тирекс. Ух, какой он здоровый. Так, подожди, дай я тебе рассмотрю поближе. Мама, рептилия. Тихо, куда на меня-то сразу идешь? Потише. А что глаза такие злые, красные? Так, все понятно. Второго добавляем ему? Я думаю, добавляем. Второго привозят. Ну круто! Это мои самые любимые динозавры вообще, которых когда-то я любил. Он нас пытается съесть, он сильнее нас. Друзья мои, что же нам делать? Он нас пытается съесть. Они везде есть в фильмах, они везде есть во всех играх. Реально, тирекс это самый наикрутейший динозавр, которого я люблю. А на третьего не хватит. Два пока. Давай мяско им немножко. Мяско. Давай мясо. Кушаем, ребятки. Эй, на, лови. Ням, поел, отлично. Супер, у меня теперь есть тирекс. Классно. Вот здесь у меня еще какая-то пустая зона, недостроенная. Пойдем посмотрим, что здесь будет. Хотя у меня парк уже реально очень здоровый. Стой, это что такое? Подожди. Так, во-первых, вот это что? Ага, лавочка. А вот это что тогда? Вау, сафари-стоп. Интересно. То есть тут какой-то будет у меня типа ларек с сафари, где можно погонять, походить или поездить на сафари. Вот тут давай с тобой посмотрим, что будет. Потому что какая-то зона громоздкая такая. Вау, круто, мне нравится.
какая-то зимняя локация. Ух ты, серьезно, тут что, какие-то будут динозавры, которые во время зимних периодов жили? Давай посмотрим, кого мы тут строим с тобой. Смотри, скелеты. Даже вода тут есть, она не замерзла. Так, овощи. Кто? Бизон? Серьезно? А зачем мне бизон? Смотри, кого мне привезли. Это реально какой-то бизон, буйвол или кто это? Давай второго. Короче, у меня тут зимняя прикольная такая локация. Так, тут что у меня? Что-то еще появится. Так, а тут кто? Если там бизон, тогда здесь кто? Какие-нибудь пингвины, что ли? Ну, при чем здесь в динопарке? Зачем бизон? Кто? Мамонт? Серьезно? Это правда? Мамонта придется купить за 450 раблаксов. Ребят, что не сделаешь ради вас? Ладно, я куплю, окей. Покупаем. Хотя я считаю это дороговато. Мне кажется, его должны просто за монетки давать. Мамонт, он вегетарианец. Ну, давай покупаем тогда себе мамонта. Громоздкого мамонта. Похожего на слона. Только у него такие вот... Ой, вон он. Да, мамонт реально. Так. Мамонт, лови кусок травятины. Давай, поешь. Здоровенный мамонт. Господи ты, боже ты мой. Так, ну и вот это третье, что тут, ребята, у меня. Раз у меня такая зимняя прикольная новая локация. Я, кстати, случайно ее обнаружил совсем. Кто же здесь тогда будет? Деревья, трава. Трава такая зимняя, белая, интересно. Это что такое? Камни. О, блин, я застрял в камне. Эй, я под камнем, выпустите меня отсюда. Серьезно, я не могу выбраться. Help me! Фу, выбрался я еле как с этого камня. И давай же все-таки с тобой купим, посмотрим, кто у меня тут будет. Застрял я под этим камнем. Так, грибы, зимние грибы, замерзшие, странно. Так, дерево хоть сухое, понятно. И что это еще? Еще камень, только не надо мне застревать, пожалуйста. Опять покупать кого-то платно? Что это, тигр, зимний тигр? Сибирский тигр? Сайбер, окей, ну ладно, давай его тоже куплю. Да, такие экзотические животные в моем динопарке. Еще тут сибирский тигр у меня будет. Смотри, какой он. Смотри, какой был древний раньше тигр. Итак, внимание, вон он, красавец. Под камень залез. Угу. Давай, вылази. У него такие клыки здоровые торчат. Слушай, вот так вот, наружу. Мощнецкий тип. И опасный, ладно, не будем к нему близко подходить. Второго друга добавим ему? Добавим. Так, а тут буйвола добавим? Добавим, что не добавим? Всех добавим. А мамонта, наверное, не сможем добавить. Или добавим? Не добавим, нормально. У-у-у, прикольно. Смотри, так, тут буйвола привезли. Буйволов 3. Так, что там у нас? Отлично. О, кто это такой тут ко мне? А, это работник, что-то он тут делает. Аккуратно, смотри, чтобы там тебя не сожрали. Два мамонта, супер. Слушай, ну круто. И теперь надо идти, наверное, на раскопки. Все-таки скелетик собирать-то дальше надо. Где у нас еще тут скелетоны валяются? Давай понаходим там с тобой. Смотри, тут еще скоро появятся аквадинозавры и... Ну да, аквадинозавры. То есть какие-то еще будут водяные динозавры вот на вот этой новой локации. Ладно, сажусь в джип. Поехали искать раскопочки. Поаккуратнее. Поаккуратнее. Вон они раскопочки. Я уже вижу как. Ладно, давай здесь тебя припаркуем. Так, давай тут понаходим. Копаем. 5. О, 9. Отлично, хорошие раскопки. Так, интересно, тут деречка, могут быть они еще? Надо идти добывать еще скелетиков себе. Вон их там много, я смотрю, вон возле моста. Давай пробираемся сюда, по речке. Ах ты, блин, не могу забраться здесь. Вот же. А-а-а. Ладно, придется здесь. Как мне выбраться отсюда? Дождяра какой пошел! Давай, раскапываем. Дальше собираем кости. Может быть, я скоро своего динозавра соберу. Еще кости нашел. Отлично. Супер.
Друзья мои, ставьте лайки этому видео, обязательно подписывайтесь на канал Funny Family Games TV. Гайсы, ждите новую часть, если хотите, хотя я уже практически все достроил в этом динопарке. Буду ждать обновления, когда появятся водяные динозавры. Всем удачи, всем хорошего настроения. Встретимся с вами в следующем видео. Покеда!